Ну что ж, всем привет. Давайте сейчас посмотрим, что происходит в приложении Stepn после открытия третьего мира. Сегодня 19.07. Вот, как вы видите, это флор на новую сеть, на эфириум. Самые дешевые два эфира. Это на данный момент где-то в районе 2700 долларов за кроссовки. 2700, да, где-то 2700, 2800. Давайте посмотрим, сколько стоят они. На BNB. На BNB кроссовки стоят 0.207. Жесть, такой цены еще никогда не было. Я свои кроссовки продал за 0.6, потому что все начало падать. Вот я знал, что так будет. Продал кроссовки свои, короче, на BNB. Сейчас покажу вам самые интересные Solana. Это просто звездец какой-то Solana. Solana 0.93. Такой цены никогда не было. Никогда такой цены не было. Вот. Буквально пару дней назад кроссовки стоили 1.6 Solana, 1.5 Solana, и она постоянно так вот поднималась, опускалась и стоила в таком диапазоне. Я кроссовки свои Solana продал где-то в районе 2 дня назад, 2 или 3, за 3 и 3, по-моему, Solana. Джоггера 28 уровень. Вот я его продал, потому что можете посмотреть мои предыдущие ролики. Вот так вот. А в официальном приложении, где же оно? А это оно есть. А так в приложении, если не заходить в интернет, то пока что ничего не грузит. Вот так вот оно все выглядит. Вот, даже нельзя зайти посмотреть ничего. Вот все, что хотел показать. Подписываемся, ставим лайки. Буду держать вас в дальнейшем в курсе обо всем.